Галерея АЯ-21. День рождения Дома творчества Олег Радин отметит в понедельник, 16 декабря. А пока художник решил познакомить курян с лучшими работами из фонда галереи. В среду в библиотеке Медуниверситета открылась выставка «Наш космос». Результат вдохновения Олега Радина и поэтессы Алены Востриковой. Гармония эмоций и чувств двух авторов. Их работы заставляют задуматься о вечном. Поэзия и изобразительное искусство слились в единой композиции. Это не иллюстрация к картинам, и картина не иллюстрация к стихам. На некоторые стихи я написал картины, а одна, это самое интересное, я думаю, наверное, вот для меня и для нее, я ей позвонил, сказал, значит, делаем так. Радин мне позвонил, сказал, я пишу картину, она будет называться «В ожидании встречи». Вот напиши стихотворение на эту тему. Все, написала, встретились, он мне показал картину, и стихотворение, так это родилось. Мне кажется, это очень здорово смотрится. Такие поэтизированные выставки для Курска в новинку. Для истинных ценителей искусства и креатива художник подготовил буклеты «Наш космос в миниатюре».